Петр Андреевич, какие у вас проблемы? Ну какие проблемы? Здесь когда-то была свалка, Я здесь убрал, облагородил, посадил в кустики, все сделал. А мне сейчас принесли бумагу и пытаются навязать штраф. А какую сумму? На какую сумму я еще не знаю, но так узнавал, в пределах 5000. Это то есть за то, что убрали, получается, здесь свалку эту, все выгребли, посадили 3 грядки, луку, чеснока. Да, за это. Угу, понятно.